Вот здесь, в этом красном доме, в 83-м году работал Тодд Блудо, которому мы в том же году, в 83-м, сделали акцию «Серебряный Тор» в ботаническом саду. Второй на бабушкинский, а больше нет машины. Да. Да. Ворон, который на самом верху сидит, так паркает. Там пройдем. Там кость? Да. Ой, уж не надо, там кость. Давай хоть посмотрим. Посмотрим.
Ну, вообще, да, лучше не надо. Да. Сейчас, подожди. Да там нет никого. Уж все разошлись. Да, в старости, когда все болит, кажется, на духовном уровне, кажется, что бытие – это поганая придумка сатаны, чтобы мучить живых существ. А на животном уровне это как хуйня какая-то, случайно представляется. Пойдем туда.
Только смехом можно перебороть бытие и страдания его. В буддизме так написано, что бытие – это страдание, жизнь – страдание. Да и в христианстве символ же, как бы, христианство – это крест страданий на кресте. В общем, выхода нет, кроме смеха. И роботы, роботы, если будет трансформация, преображение, в итоге сознание будет в носителе андроидном, не в биологическом. Все-таки какой-то смысл есть у этого всего, именно через создание не биологического носителя сознания. А вот интересно, тропинка есть к Пушкину или нет? Вон он есть. Фиалка. Ну, конечно, не может быть тропинки, да? К фиалке-то нет тропинки. А уж к Пушкину. А нет, есть тропинка к фиалке, кстати. Я сниму. Я думал, какая-то белая лиса поскакала. Собака, да. Я помню, что это все сладко, всегда сладко. А это она на нее кричала? Да, потому что лошадь шла, такая же белая лошадь. Да. Видимо, уже были. Вот, видишь? А, она на лошадь. Пойдем туда, через парк. Пях, да? Да. Приятно.
Раньше были цветные кабинки. Кажется, что оно раньше вообще было больше, нет? Нет. А теперь стали вот белые так. Раньше, по-моему, можно было все-таки... Они открытые такие... были? Да. Конечно, открытые. Здесь не очень приятно. Такие капсулы. Наверное, здесь был самоубийство. Кто-нибудь наверх поднимался и бросался. Кто? Наверное, кто-нибудь. Почему они заменили? Из-за безопасности. Или кого-нибудь сбрасывали. Да нет, просто им сказали заменить. Деньги. Сказали.